Маленькая девочка держала в руках два яблока. Ее мама мягко и с улыбкой спросила свою маленькую принцессу: «Милая, ты не могла бы дать своей мамочке одно из двух яблок?» Девочка в течение нескольких секунд смотрела на маму, затем внезапно надкусила одно яблоко, а затем быстро другое. Женщина почувствовала, как улыбка застывает на ее лице, и очень постаралась не показать свое разочарование. Она очень расстроилась, что ее любимая доченька не пожелала с ней делиться. И вдруг девочка протянула одно из укушенных яблок и сказала: «Мама, возьми вот это. Оно более сладкое». Независимо от того, насколько вы взрослый, опытный и осведомленный человек, никогда не спешите судить других. Дайте им возможность объясниться. То, что вы видите, может быть очень обманчиво. Часто, видя одну картину, мы заблуждаемся в истинных мотивах действий другого человека. Пусть в наступившем 2021 году рядом с вами будут люди, которые готовы откусить не только кучу яблок, но и отдать самое сладкое вам. И пусть рядом с вами будут люди, для которых вы готовы отдать самое лучшее. И прямо совсем хорошо, чтобы это совпадало. С Новым годом, друзья! Любите друг друга!